Ну и в продолжении рабочих поездок по регионам парламентарии также побывали в Шымкенте. Гани Ташкараев, в частности, встретился с жителями микрорайона Акжар. Он, кстати, соседствует с мусорным полигоном, на котором постоянно горят отходы. И вот люди пожаловали депутату на едкий дым и невыносимую жизнь вблизи полигона. Мажилисмены мусорный вопрос взял на личный контроль. После встречи с населением Акжара он намерен посетить мусороперерабатывающие заводы и в других городах, с тем, чтобы оценить их состояние и предложить конкретные решения министру экологии. На этой неделе мы поедем с ним, с хозяином полигона встретимся. Если еще раз какие-то повторятся будут, я думаю, этот момент будем решать уже как бы в штрафном порядке. Или же надо возвращать полигон тем людям, которые действительно будут смотреть за этим полигоном, чтобы вот это не сжигалось.